Да, у этого гриба природная защита. Спрятаться. Вот он какой. Иногда веселку заметить практически невозможно. Вот как ее можно заметить здесь? А она здесь есть. Часто спрашивают про лес, где растет веселка. Ну вот, сейчас мы находимся именно в таком лесу. Рядом водоем, почва, иголка, листва, смешанный лес. Орешник есть. Вот оно. На тяже таком держится. Вот орешник. А чуть дальше что мы видим? Немного наблюдательности, немного терпения, и вы всегда будете с веселкой. Удачи вам!